Милая, милая мама, на удивление слаба. Это еще что? Душ. Прости, должно быть, это очень холодно. Мыться как идиот. Как идиот в снежных горах. Да, понимаю, страшновато. Но все норм, все норм. Абьюз средь бела дня. Нет, никакой это не абьюз. Что еще я могу сделать, если я тут? Вы что, если будете в горах, не будете мыться там, что ли? Представьте, что на месяц застряли в снежных горах. Гляньте, какой он счастливый. А? Что это за символ? Никогда его раньше не видела. Что это такое? Эй, Бон, постой, вернись! Так, у нас беглец. Эй! Бон, куда это ты? Блин, не могу пройти из-за этой прозрачной стены. Серьезно, куда это он? Ты же мой первый покемон. Ну, в конце-то концов, а? Эй, а ну-ка, стой, стой, стой! Твой покемон от тебя может сбежать, разве? Попробую посвистеть. Уверена, он вернется. Возвращайся! Вот так. Моя хозяйка Питкора. Верно, верно? Вот так. Я так испугалась. Куда ты убежала? Я же так волновалась за тебя. Пойманы с поличным. О чем это ты? Шоколад вкусный? Да, Габа потрясающий шоколад. Моя мама купила мне его, когда мне было очень плохо после длительного приема ванны. Вот так вот. И он мне так понравился, что я без него уже жить не могу. Да, в последнее время было довольно-таки холодно, поэтому я принимала очень долгие ванны. Когда я была ванной, я смотрела видео часа по два. После этого я говорила себе: «Ты слишком долго принимаешь ванну», и вылезала из нее. А вы разве не лежите в ванной часа два, пока смотрите видео или мангу читаете? Мне так это нравится. Всегда что-то смотрю или читаю, не могу перестать. А вода за это время не остывает, я ее подогреваю снова. У меня окно открыто постоянно, так что я подогреваю воду с помощью специальной кнопки. А после снова залезаю в ванну. Но вот недавно я прекратила долго лежать в ванной. Лежу где-то, по часу там. А мангу и другие штуки читаю уже после. Но принимать ванны в это время года — настоящее блаженство. Так тепло.